Бассейны в скором времени начнут работу в Приморье, все благодаря постепенному снижению числа новых случаев заражения COVID-19. Однако открыться они смогут при соблюдении требований Роспотребнадзора. Оперативным штабом принято решение, предварительно согласованное с Роспотребнадзором, об открытии бассейнов согласно тех санитарных норм, которые должны соблюдаться каждым таким учреждением. Это и социальная дистанция, это количество людей на дорожках, это и расстояние между шкафчиками для переодевания, это одновременное нахождение людей в раздевалках, поэтому эти все меры необходимо соблюдать. Для возобновления деятельности владельцам бассейнов нужно письменно уведомить Министерство физической культуры и спорта Приморского края о готовности к открытию, а также успешно пройти мониторинг на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. Губернатор отметил, что спортивные секции для учащихся школ открывать еще рано. На данный момент я считаю, что тем действиям, которые у нас согласованы с Роспотребнадзором, это пока преждевременно в силу того, что дети с различных школ будут собираться вместе. У нас, как правило, сентябрь и октябрь есть вспышки заболеваний гриппа, это всегда наблюдался рост в школах. Мы должны промониторить как минимум 2 недели эту ситуацию, как она будет развиваться в школах, и потом плавно уже перейти к тому, чтобы в учреждениях дополнительного образования, в спортивных секциях могли начаться занятия. Отметим, учреждениям также необходимо разработать графики посещения и установить перерывы между сеансами для проведения санитарной обработки и дезинфекции. Дмитрий Беломестнов, новости на Восьмом.